Здравствуйте, друзья. Последний день рождественских праздников. Вот, 9 января. Я успокоиться не могу. Считается ли это грехом или нет, что я в такие великие дни продолжаю просветительскую работу. И не один. Вот, сейчас тему я еще не придумал, как я заглавлю этот фильм. Ну да, видно будет по ходу. Итак, это письмо из гостевой книги одного из моих близких друзей, Александра Николаевича. Вот. И вот что он написал Железову. У нас в школе был пришкольный сад и участок с грядками. Детишками ходили, садили, выращивали, поливали и собирали овощи сами. Овощи отдавали в школьную столовую, дети ели салаты из своих овощей. Помните, чем все детей кормят, какой отравой. Кому-то это не понравилось. В итоге подарено директором в суд за незаконное предпринимательство. Сейчас там крапива растет. Это очередное письмо. Вспомним, как ко мне приезжал у меня он фигурирует в двух фильмах. Живой человек, настоящий, искренний фанатик садоводства из Усть Абаканского района. Вот. И он там вполне искренне рассказывал, что обратился к директору, вот, тем, чтобы посадить. А мой пример заразительный. Вот. Мы в Кемерово посадили сад с моей ученицей и фанатиком, ветераном труда. Вот. Значит, Анастасией. И, ой, это сейчас, представляете, какая у меня память, ой. Ладно, я по ходу вспомню, вот, итак, Кемеровская школа номер 70, город Кемерово, вот, сейчас как бы сходу бы вспомнить, ладно, по ходу, итак, там получилось, там было телевидение, там была раскрутка, но была попытка отнять у нее идею. Вот, и когда у нее идею эту не отняли, вручили ей свидетельство, сертификат, какая она замечательная, и на этом пока все, но процесс идет, пока первый год. Уже растут, сад уже растет, абрикосовый мой железовский. Вот. Скогарь, Антонина Ивановна, простите, ну что делать, 72-й год. Итак, товарищ из, мой друг из Усть-Абакана, Абаканского района, рассказал, когда он предложил директору, тот пустился в пляс. Потом директор получил взбучку из РАНО, или как она называется, от чиновников, и когда он приехал второй раз, ему показали, саженцам ему показали большой кукиш, сказали, якобы расшифровали отказ так, чиновники. Нельзя, чтобы дети занимались садом, они заразятся какой-то палочкой. Вот. Ну, мне кажется, что поставки в школьные столовые просто вот тут кому-то не понравилось, и там кому-то не понравилось. Ладно, проехали. Ведь мы смотрели с ним и с Кугаревой, и со всеми, и вот с этим, с Александром Николаевичем смотрителем, мы смотрели по-своему. Возродить это то самое движение так называемых юнатов и прочее. Ну, поэтому сейчас вы поймете, почему я эту тему снова поднял. Вот. То, что я не болтун, пожалуйста, вот. Вот этот парень, которому я сказал, надо, ты посадишь черный абрикос, это редчайшая редкость, вот, ты будешь гордиться этим, посмотри, с каким видом он идет садить абрикос. Вот, вот это вот еще один мой племянник, это вот зовут Тимофеем, все уже многие знают, а это Сеня, он похоже знает. Он это еще раньше, чем он начал ходить, он уже начал собирать игрушки. Вот. Заметьте, не ломать, а собирать. И сейчас ему 7 лет, продолжается до сих пор. Мы ему купили уже несколько сотен конструкторов. Остановиться не может. Тогда я написал. Нужны особые спецшколы для особо одаренных. Нужна каста будущих инженеров.
Вот это надо. То, чего нет, и никому в голову не приходит. Успеть бы, пока памперсы не уничтожили мужское сословие. Вот. Про геев пока не будем, это тема другого разговора. Хотя это очень важно. Памперсы уничтожают мужское сословие. Вот. Потому что это самое. Дети перестают у них развиваться половые органы, а значит, у них крови не хватает мужских гормонов. Мужские гормоны – это сила, и мужские гормоны – это интеллект. Памперсы все это уничтожают. Отсюда последнее поколение даже людей, которых мы считаем. Вот, представьте, министр сельского хозяйства, министр науки и высшего образования, министр просвещения, академики. Это должны быть не просто люди, а самая действительно каста. Люди высочайших и волевых качеств, им же командовать страной, и люди высочайшего интеллекта. Ни того, ни другого нет. Представьте себе, когда министр просвещения сидит под плакатом, а на нем написано «Будущее за ЭГЭ». Вот. А это ЭГЭ когда-то ввели только потому, что сейчас его пытаются как-то немножко смягчить. Вот. Но ввели-то его почему? По простой причине, да, самое простое. Взяткодательство приняло гигантские масштабы, взяткопринимательство. То есть давали и принимали. Вот. Потому что нищета, а как быть, чтобы учитель не брал, надо его отстранить от экзамена. Вот и придумали ЕГЭ. Вот, правда, после этого оказалось, что лучше всех русский язык знают кавказцы. Ну, что делать? Вот. Против лома нет приема, против денег. И вот мы, еще раз, я упомянул памперс только для того, чтобы вы поняли, если мы не отменим памперс, в основном это импорт, не будет, не отменим и не перейдем на грязные, вонючие, эти самые пеленки, от которых надо еще как можно скорее избавиться тоже, от трусов во время сна, трусов во время ходьбы, я про детей, во время это самое, сидения за бесконечно за компьютером, вот, за школьной партой. В общем, это другая тема, то есть надо чем-то жертвовать. Например, нижним бельем. Вот, иначе мальчики это, когда-то они так же, как девушки, не имели нижних трусов. Вот, тогда это были другие люди, это были настоящие мужчины. И вот я пришел вот к чему. Недавно я наткнулся в своем архиве на эту статью. Вот, а посмотрите, как она звучит. Школа убивает детях любовь к природе. Я решил ее еще раз. Но согласитесь, что прошли годы. И вот. И что толку, что она в моем архиве лежит? Ну что толку? Ну давайте. Я возьму и просто ее всю целиком прочту. Поехали. Вот. Почему? Потому что это уже, если одна редакция, а потом перепечатка, другая редакция, так, это опубликовали, а это люди, которые имеют отношение и к преподаванию, и к изданию вот этих же самых газет. Если они это признали, мою статью, почему ее не освежить память, она давно забыта. Поехали. Это публикация В. Железосадовода и селекционера из общероссийской газеты «Родовая земля», ноябрь 2014 года. Ого, 7 лет. Мы предлагаем читателям 8 лет. С некоторыми сокращениями. Ее принес в нашу редакцию Л. Шалагинов из деревни Осинки. И прокомментировал. Современная светская бездуховная школа – глушитель знаний, идущих от Бога. Искажает ум, душу и само понятие о знаниях. Это у меня выстрадано, как у отца, дочери, школьницы. Вот. Родовая земля сама себя анонсирует в интернете так. Первая в России газета, объединяющая людей под крышей создания новой, духовной, видимой и невидимой жизни. Одна из главных целей. Я много посвятил времени и сил на исследование невидимой. Это загадка из загадок. Наука презрительно отвернулась от этой загадки. Хотя она основа жизни есть, невидимая жизнь. Одна из главных целей ее укрепление государственности,
путем создания родовых поместий пространство полноценной жизни. Ну, до поры до времени это развивалось, потом практически заглохло. Вот, всегда можно уничтожить тем, что, например, сделать неподъемные цены даже на лопату, даже на кирку, даже на бензин, чтобы доехать. Вот что страшно. Как легко уничтожить это все. Это я немножко отвлекся, читаю дальше. В том, что практически всех детей не интересует садоводство, и они не видят и не понимают, в каком красивейшем краю живут, в том числе виновата школьная программа по биологии, вызывающая у них только отвращение. Люди старшего поколения, прочтите сейчас вслед за мной несколько абзацев в учебнике биологии для 9 класса 2006 год. Начинается очень хорошими словами. Биология – наука о жизни. А дальше то, что не уложится ни в одной детской и даже взрослой голове. Не верите? Вот она подборка терминов, причем без расшифровки. Зачем? Дети так поймут. Филологическая адаптация. Миоглобин в эритроцитах. Репродуктивная изоляция. Это что, умно написано? Вот, какие дети вырастут умные. Хромосомный кариотип. Гетеротрофы. Нитрофицирующие бактерии. Лизосомы в аппарате. Голджи. Да, как без них, без аппаратов Голджи. И сотни других. А вот ценное для детей сведения. Большая биохимическая гибкость гетерозиготных организмов приводит к их лучшему выживанию. Польза гетерогизот – мутационный процесс, источник резерва наследственной изменчивости популяции. Экзотермы, эндотермы и мезодермы. Вот. Все дети, конечно, знают, и до сих пор школу закончили, все это знают и расшифруют только так. Дифференцированные по структуре. Диплоидность позволяет сохранить мутации в гетерогизотном состоянии. Запомните, не это самоногизотном. Нет, гетерогизотном. Все, поняли? Не поверите, таких предложений в книге сотни. Ребята, 9 класс. Я потом еще в другом фильме покажу 10-11, вы вообще чокнетесь. Это 9. Таких предложений в книге сотни. Лично я открыл учебник только потому, что знакомая учительница рассказала мне, как мучилась и плакала ее племянница-отличница над сложнейшим текстом, недоступным для понимания, скажу, без привлечения все детей и взрослых. И вот сидят миллионы школьников в классах и годами тупо смотрят по сторонам, не пытаясь хоть что-то понять. Всех выручает только то, что чиновники скорее уволят учительницы за неуспеваемость учеников, чем отчислят двоечников. Тех и других спасает тысячекратно обруганная процентомания. Интересно, есть ли хоть один человек в стране, который не знает, что двойки в школах давно отменены, приказано считать их тройками? Вот. Представляете, издеваются над самой арифметикой. Видите двойку, это тройка. Нет, не так. Видите тройку, это двойка. Трудом. Чтобы толпами не приходилось отчислять учеников за неуспеваемость и не увольнять учителей ни в чем не виноватых двоечников. Поломав голову, все же догадался, в чем причина появления таких грамотных учебников. Просто группа докторов наук переписала целиком университетский курс, школьный учебник, а комиссия при президенте, да что умно написано, однако, вручила им еще и премию, представляете, вот за это премию, за эту подлость. Результат использования таких учебников – бездумное существование детей в школах. И как следствие равнодушие, бездуховность и даже жестокость. Жестокое обращение с живым миром внушалось еще и нам, людям старшего поколения. Мы с увлечением ловили красивейших бабочек и делали гербарии кладбища, пришпиливая красоту к планшетам. Сейчас коллекционирование редчайших, красивейших мертвых бабочек приняло чудовищные размеры. В этом изуверстие, которое в современном мире никто не замечает, не виновата школа. Представляете, планшеты продают за огромные деньги. Мертвые бабочки украшают стены этих самых олигархов. Нас заставляли зубрить, чем отличается продольно-полосатый червяк от поперечно-полосатого. Зачем? О пользе этих трудях ни слова.
а на обложке школьного учебника биологии был изображен, вызывающий только отвращение, анатомический разрез распотрошенного зайца. Много ли дало нам изучение этих потрохов, особенно если учесть, что мы сейчас не знаем, где у нас людей находится печень. Пока она не заболит, и лечить ее будет поздно. Если авторы современного учебника биологии получили премию президента, значит ждать нормального учебника, который научит видеть красоту природы, беречь ее, зачитать не приходится. Ой, видели бы ЭГЭ, я уже издевался над ним, над этим ЭГЭ. Ой, как я издевался. Вот. А что толку? ЭГЭ никто не отменил. Каким я вижу начало книги для детей? А вот таким. Живая, зелено-голубая планета Земля. Оторвитесь, ребята, на время от учебников. Учителя поведут вас в ближайший лес, пока он еще не срублен. А ценнейший гумус – основа жизни, не закатан в асфальт. И, может быть, именно вы, познав всю красоту и уникальность природы из экскурсий и этого учебника, когда вырастете, станете живым щитом на пути бульдозеров и асфальтоукладчиков. А еще посадите сады и парки. Там будут плоды без химии, там запоют птицы, вырастут грибы, а белки, которые никогда прежде не видели, вы не видели, будут сидеть на ваших плечах и есть с ваших рук. Ой, до свидания, друзья. Благодарю за внимание.